Князь, смирно! Сегодня наша задача – имитация атаки противника на третью роту. Понятно? Да, точно! Бежим цепью, стреляем холостыми, пока командир третьей роты вас не остановит. Патроны все получили? Да, точно! Я иду в оцепление. Со мной Фомин Медведев, Авдеев за старшего, командую. Ах, обожаю оцепление. Так бы 2 года и прослужил. Только бы жратву носили. Скучно. Автомат тебе чистить после холостых не скучно? Можно подумать, ты их сам драешь. Ну, это уж другой вопрос. Ну чё, погнали? Чё погнали-то? Я решил отыграться. Знаешь, на желание неинтересно. Давай на бабки. Потом пожалеешь. Не пожалею, сегодня мой день, нутром чую. Ладно, хорошо. Давай и на желание, и на бабки. Это как? А вот так. Кто проиграет, в деревню за пайкой бежит. Так, одобрям. Кто сдает? Стой, Медведев. Деньги давай. Давай, давай, а то потеряем. Видишь что-нибудь? Деревню вижу. А хату крайнюю видишь? Вижу. А курей за забором? Не, курей не вижу. А я вот сейчас гляделки кому-то протру. А, вижу, да. Вон одна. Молоток. Давай, неси. Чё неси? Курицу неси. Сержанты мясо хотят. Как, украсть, что ли? Ты чё, тупой, что ли? Я не понял. Она же за забором. Значит, ничья. Ну, а как я ее? Слышь, Медведев, ты норматив снятия часового сдавал? Да, сдавал. То же самое. Подкрадываешься сзади. И хрясь! Понял? Выполняй, муха давай. Быстрее. Быстрее, Медведев. Есть. Бегом. Бегом, сказал. Отличная курочка. Чтобы хлебок нет, белого. А вы точно ее купили? Естественно. А как же еще? По-моему, к вам продавщица бежит. Какая продавщица? Своеобразная такая. На, взгляни. Медведев, твою мать! Ты как часового снимал? Аккуратно. Аккуратно. Тогда откуда эта группа захвата? Так я не понял. Какого часового? Что за дела? Что ж вы, ироды проклятые, понатворили такое? Стыд совсем потеряли. Немцы и те так не делали. Мать, успокойся. Купили мы ее. Что ж вы из меня дур-то делаете? Купили. Что ж я курицу свою не узнаю, что ли? Что ж я быстрека он того не запомнила? Что ж я? Ну, иди сюда. Бабуль, а вы точно уверены, что это был он? Вот этот вот. Подкрался сзади. Хрязь! Рябушку мою! Ну, погодите. Я вам устрою. Я до командования дойду. Не надо командования. Сами разберемся. Так, Медведев, это ты? Ну, я же... Он. Медведев, ты чё, мародерством занимаешься? Нет, я же... Молчать! Огромное вам спасибо, мать, за своевременный сигнал. Пожалуйста. Судить мы его будем. А почему судить-то? Вот так. А? Сержант Прохоров, пишите приказ. Судить. Именем Министерства обороны. Решением военно-полевого суда в составе сержантов Фомина и Прохорова за дискредитацию высокого звания рвосолдата рядовой Медведев приговаривается к исключительной мере наказания – расстрелу. Медведев, последнее желание.
Простите меня, люди добрые. Я совершил поступок, за который должен нести справедливое наказание. Прости меня, бабуля. Прости меня, рябушка. Заряжай. Целься. Огонь! За курицу молодого парня. Мать, это был не парень, это был преступник. Сегодня он у тебя курицу украл, завтра корову увел, а послезавтра родину продал. Ой. Вот так. Не по-христиански это все. Вот это правильно. Мать, неси пол-литра. Помянем по-христиански. Сейчас. Давай, мать, давай. Давай, мать, давай. Медведь, входим быстро. Какого хрена разлегся, ё-моё? Давай, быстро, давай. Бегом. Давай, шевелись, боец.